Приветствую. Давайте посмотрим видео тестирования артиллерийского снаряда Excalibur S. Это одна из модификаций снаряда Excalibur для гаубиц М3-7. Испытание проводилось на полигоне 25 апреля 2019 года. Мы видим сейчас подсветку цели лазером и попадание с отклонением менее метра от лазерной метки. Эта модификация, кроме GPS-наведения, имеет еще и лазерное. Снаряд имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения, которая ловит лазерный сигнал, отраженный от цели. За наведение сигнала на цель отвечает оператор, который должен также удерживать метку на цели с начала пуска снаряда и до уничтожения цели. Преимуществом лазерной системы наведения является возможность поражать цели без точной информации о ее местоположении. В случае, если есть помехи GPS, позволяет продолжить вести огневое поражение. Возможность поражать даже малоразмерные цели, которые двигаются. Второе попадание имеет еще меньшее отклонение от метки, чем первое. Кстати, обзоры на снаряды Excalibur и на гаубицу М3-7 были опубликованы ранее. Посмотреть их можно, перейдя по рекомендованным видео в конце этого ролика. И традиционно, не забудьте поставить лайк, подписаться и прокомментировать. Благодарю.